Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Ложь – это искусство, пусть и не очень почетное. Придумать идеальную ложь и рассказать ее так, чтобы она была правдоподобной, не так-то просто. Особенно если собеседник знает вас достаточно хорошо. Но для некоторых ложь кажется непосильной задачей. Некоторые настолько плохо умеют лгать, что у них нет другого выбора, кроме как быть честными. Правда освободит их и поможет им почувствовать себя лучше. И в этом ролике мы расскажем, представители каких знаков зодиака не умеют врать. Овны – слишком импульсивны, чтобы иметь время на обдумывание лжи. Представители знака Овен склонны следовать своему инстинкту в ущерб разуму, и поэтому им очень трудно лгать. Производство «правды» в кавычках требует времени, планирования и терпения, а Овну не свойственны сложности. Первый импульс – сказать именно то, что хочется, а потом уже беспокоиться о последствиях. Пытаются ли они сохранить секрет или лгут о своих чувствах, носители знака Овна всегда будут разоблачены, возможно, потому что они уже случайно сказали правду. А вообще даже Овнам свойственно врать. Но врут они настолько искусно и красиво, что докопаться до них просто невозможно. Вы вряд ли узнаете, соврал Овен или нет. И скорее всего, это будет тайна, покрытая мраком. Но врут они только тогда, когда это действительно нужно. И далеко не в самых серьезных вопросах. Раки. Правду можно прочитать в их глазах. Когда представителям знака Рак необходимо солгать, они стремятся избежать этой темы любой ценой. Это имеет смысл, учитывая то, что в жизни существо, которое представляет этот знак зодиака, всегда передвигается боком. Однако в случае противостояния рак склонен общаться слишком эмоционально и лгать. Любому человеку легко понять, что рак чувствует на самом деле. Если вы надавите на него по поводу его лжи, у рака не останется выбора, кроме как открыть правду. Потому что ложь заставляет их чувствовать себя ужасно. С другой стороны, нередко встречаются представители знака Рак, которые пытаются врать буквально во всем, но не потому, что хотят обмануть, а исключительно ради собственной защиты, обороняясь. Например, это случается, когда они боятся реакции человека, боятся обидеть его. Дева. Так много думают о лжи, что это становится очевидным. Представители знака Дева обычно не очень заботятся о том, чтобы лгать. Если вы накрасите губы и выставите себя на посмешище, Дева первой заставит обратить на себя внимание. По ее мнению, она не видит причин для лжи, если правда может помочь больше. Однако, говоря неправду, Девы склонны преувеличивать. Они будут добавлять слишком много деталей, пока не сделают ее очевидной. Как ни крути, а даже представители знака Девы способны врать, но им это практически никогда не удается сделать нормально. Потому они и делают это крайне редко. Но бывают и исключения, естественно. Стрельцы. Они склонны разглашать правду, не имея на то намерений. Вы знаете человека, который прикрывает рот рукой, когда говорит правду? Этот человек, скорее всего, стрелец. Они безжалостно честны, и независимо от того, рассказывают ли они личные истории или принимают их за чистую монету. Носители этого огненного знака склонны чаще говорить правду, чем лгать. Вы всегда можете рассчитывать на то, что они первыми скажут именно то, о чем думают все остальные. Только не ожидайте, что они будут хранить секреты слишком долго. Хотя бывают и исключения. Некоторые представители этого знака, особенно слабые характером, способны на большое количество лжи. Умеете ли вы врать? Напишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на IMDb. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!